Ну что игра? Игра так... вроде бы как будто давалось, но по концовке проиграли 6-2, поэтому, ну, было пару грубых ошибок. Хорошая команда, бежит, двигается хорошо. Какие ошибки? Ну, больше индивидуально, как бы, индивидуальные ошибки, позиционные. Ну, понимаете, здесь специфика этого футбола, что они очень много играли как бы через вратаря, где так получается 6 против 5. И, конечно, где-то бывает, когда 6 против 5, один есть лишний игрок, где как бы получается за счет него и разрывают. То есть получается, как бы делают преимущество и разрывают тебя за счет вратаря. Пока хватило сил, пока мы как бы более-менее справлялись, говорю, что не было больших индивидуальных ошибок. Первая индивидуальная ошибка пошла, опять же, у вратаря был мяч, трое игроков было соперника наверху. Мы остались вдвоем, чуть-чуть мы вдвоем не разобрались, вот и пошла оттуда, это первый гол, но, понимаете, мы команда так относительно ветеранистая, как бы нам давать преимущество таким молодым ребятам, как бы тяжело, поэтому пока был 1-0 и мы не допустили грубую ошибку, что-то справлялись с этим, а потом уже, конечно, было тяжело. Наверное, мотивация у нас была более серьезная. Обычно пару игр мы в первом тайме играли лучше, во втором похуже. Но сегодня все наоборот. Хорошо, что успели перевернуть матч, забить столько голов и выиграть. Нам сегодня главное было 3 очка. Изначально собиралась команда. Сами видите, какие игроки в команде. И то, что мы дебютанты, это ни о чем не говорит. Мы сразу же поставили себе задачу выйти в плей-офф.